Рассмотрим характер Хаула и сущность его проклятия. Следуя цитате из лекции Марии Луизы фон Франц, описание характера Хаула подпадает под соблазняющий тип Дон Жуана, который ищет идеал в каждой новой девушке, но не находит его ни в одной из них и в конечном счете всех бросает. В этих девушках он ищет свою идеальную мать, и на Софи по итогу и падает подобная проекция, где она должна идти защищать его от Салемана и от обязательств, которые он нарушил, где она заботится о его жилище, готовит, убирает, поддерживает и понимает.